Всем привет и добро пожаловать на канал Гарный Человек. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь водородными разработками. Но речь сегодня пойдет не о моих разработках в области водородной энергетики, а... а я бы хотел вам показать конструкцию, про которую я вам говорил ранее в предыдущих видео. Ссылочка на них появится где-то здесь. Вот такой вот генератор у меня получился. Напечатали его на 3D принтере, имеет он больше 5000 магнитов. Сами магниты имеют габариты 10 мм в диаметре и 5 мм толщиной. То есть, повторюсь, в совокупности здесь 5000 магнитов. Принцип, которым я, как это правильно сказать, принцип, на который я опирался, это принцип двух одинаковых полюсов у магнитов. То есть направленные одинаковыми полюсами магниты, норовя друг друга оттолкнуть. Опираясь на этот принцип, я и решил собрать генератор, который позволит нам толкать ротор внутри статора. Я рассчитываю, что я смогу вставить куда-то здесь видео. Вот этот самый главный и самый пикантный момент, который показывает, что это возможно. То есть, вот где-то здесь, наверное, сейчас появится видео, и смотрите внимательно, действительно в роторе, Происходит смещение магнитов по отношению к магнитам статора. На самом деле нестатичные магниты и в роторе и в статоре этого я, этим я добился благодаря тому, что сами магниты в роторе и в статоре поддерживаются в антистатичном состоянии за счет тех же магнитов. Я думаю, вот здесь сейчас появится некая схема, которая позволит нам с вами увидеть, как это происходит. Вот и Собрав эту штучку, я понял, что я допустил просто нереальное количество ошибок. Хотя э, я учитывал максимально на, на этапе проектирования и разработки, я учитывал практически все нюансы, с которыми я мог столкнуться в процессе разработки и сборки. И э, этому предшествовало как раз вот э, у нас три направления для расположения магнитов в роторе и в статоре. Количество шага в статоре больше, чем в роторе. Кстати, это на самом деле минус, потому что у меня получается шаг в статоре равен двум, а шаг ротор равен одному. То есть я имею в виду расстояние между отверстиями для установки магнитов. Но это на самом деле один из не очень приятных моментов. Также я не учел есть такой материал, мю-металл, и по-другому он называется пермалой. Э э, Я не учел э возможность монтажа этого материала на ротор и статор, для того, чтобы э момент, где у нас происходит столкновение магнитных полей, э минимизировать это столкновение для того, чтобы э ротор со статором максимально комфортно могли подойти одинаковыми полюсами друг к другу и оттолкнуть. Вот, к сожалению, я этот момент не учел. Я думаю, придется... Да, видите, в каких условиях приходится снимать. Это связано с тем, что я могу позволить это себе в выходные, потому что в будние дни я занимаюсь работой, и в выходные у меня еще есть ипотека и дети, и большую часть времени уходит на них. Поэтому конец лета, начало осени, вот только сейчас я вам могу показать результат практически, получается, 9 месяцев работы. Вот. Кстати, как я вам говорил, напечатать эту штуку очень проблематично, и мне это помогли сделать ребята из Сколково. Вот на этом станочке, 3D принтере, мне как раз и напечатали мой генератор, вот это колесо. В принципе, подобное напечатать в России очень сложно. Мало кто может позволить себе напечатать таких габаритов конструкцию. Но есть компания, она называется Art Up. это студия дизайна. Они, кстати, резиденты Сколково и здесь и базируются. Мы, кстати, сейчас с вами находимся в Сколково. Они как раз вот на этом аппарате, чудо аппарате мне, и напечатали этот мой генератор. Ребята прикольные. Я думал, что они занимаются только печатью, ну, то есть у них основное направление это 3D печать. И я был дико удивлен, когда оказался у них в офисе. У них в офисе там выяснилось, что это дизайнерская, промышленная дизайнерская компания, которая занимается тем, что разрабатывает разного рода гаджеты и емкости, и оборудование. То есть к ним приходят и говорят, хочу такую штуку. И они сидят, огромный коллектив, проделают огромную работу и выдает из себя готовый гаджет, прибор, емкость. В общем, грубо говоря, готовый продукт, который необходимо заказчику мы... На нас там смотрят дети. Это... Мы находимся уже в студии Art Up Studio дизайна, который как раз и напечатал для меня мой генератор. Как я ранее говорил, я думаю, это непосредственно организация, которая занимается только печатью на 3D принтере, но оказалось, что это целая система, экосистема, которая разрабатывает именно гаджеты. На нас смотрят, а подсними, подсними, ребят, нас там Что? смотрят. Вот. Мы, повторюсь, находимся в Сколково. Вот сейчас здесь, видать, какая-то экскурсия. И вот эту антенну разработали. Как раз стоит вот значок Сколково. Дизайнерская компания. Также она разрабатывает. Ну, то есть, повторюсь, к ней приходят с готовой идеей непосредственно с деньгами, и говорят: Хочу вот такую штучку. И ребята ее изучают такие подбирают материалы, подбирают дизайн, разрабатывают, компонуют и отдают уже готовый продукт. То есть сейчас я вам покажу, насколько, насколько необъятна их сфера деятельности. То есть это может быть антенна, какой-то корпус для шприца, пойдемте сюда. Какие-то корпуса для измерительной техники, причем ребята делают и формы, и рассчитывают материалы, подбирают их, даже упаковочные материалы какие-то. В общем, если здесь посмотреть, много всего интересного. И причем это все как раз вот эти ребята и разрабатывают. А вот пример интересный мне понравился. А удочка для зимней рыбалки ерунда. А пришел человек, сказал, хочу удочку, она непосредственно с магнитами, которая позволяет более эффективно как-то там ловить. Ну, в общем, суть в чем? Человек пришел с идеей. И ArtApp Studio смогла создать прототип, смогла рассчитать, разобраться, как это должно работать, и собрать уже готовый гаджет. Все. Вот. Тут еще есть разного рода примеры. Это может быть даже какой-то косметический большой гаджет там для каких-то процедур. Ну, то есть, в общем, корпуса для телефонов и не только. Даже есть, представляете, нано какая-то водка которые, проходя через какую-то определенную мембрану, становятся наводкой. То есть ребята подходят полностью для любого проекта, когда нужно что-то создать. Как в моем случае с генератором. Ну что, друзья, переносимся к моему генератору и давайте его разбирать. Вот такой генератор у меня получился. С габаритами более полуметра. Зазор между ротором и статором всего лишь 5 миллиметров. Отверстия позволяют устанавливать магниты наращивая необходимую длину и менять магнитное напряжение как в роторе, так и в статоре. Сверху все отверстия закрываются закладными, вырезанными из стержней для клеевого пистолета. Кстати, цвет деталей пусть вас нисколько не пугает, это всего лишь в процессе производства закончился пластик одного цвета и я попросил использовать любой. Давайте пройдемся по ошибкам, которые я совершил при проектировании данного устройства, я разместил боковые отверстия под наклоном для баланса ротора внутри статора. Также данные магниты по бокам не только воздействовали на статор, норовя его оттолкнуть, но и поддерживали магнитным полем ротор в центре статора. Так вот, из-за того, что магниты расположены под углом относительно центра, то есть они максимально допустимы параллельно центру. И из-за этого обратный полюс, который находится дальше от центра в статоре, начинает притягивать к центральной группе магнитов. Из-за этого происходит трение. Мне пришлось развернуть часть магнитов статора другим полюсом, и результат кардинально изменился. Как я ранее говорил, я забыл заложить пространство для монтажа пермалоя. И это тоже не менее важно, так как при контакте магнитов ротора и статора... Нужно, чтобы буквально незначительно снизилось напряжение между магнитами одинаковых полюсов ротора и статора. Вот, наверное, самые главные ошибки мною допущены. Теперь положительные новости. Звук вращения ротора говорит нам о том, что магниты действительно смещаются, и это значит, что теоретически возможно данный генератор заставить вращаться. Думаю, что вы услышите ближе к концу видео звук вращения ротора. Также из-за того, что я завожу довольно глубокие отверстия, я могу наращивать как группу магнитов, так и отдельные отверстия наполнять магнитами. Надеюсь, вы понимаете, что проверив всего одну комбинацию, нужно прилично потратить времени на установку такого количества магнитов. Не только установить, но и извлечь их. В выходные я стараюсь одну или две гипотезы проверить и по мере результата буду делиться с вами информацией. Также хотел напомнить всем тем, кто думает, что я тут вечный двигатель собираю. Ни в коем разе, я просто проверяю свою теорию, не более того. Да и в целом данная работа затянула меня. Давно от идеи, родившейся более трех или пяти лет назад. Думаю, вам тоже будет интересно посмотреть на мои труды. А может, совет какой интересный дадите. Кстати, видео, наверное, так и назову. Вечный двигатель. Я думаю, в суд на меня вряд ли за это кто-то подаст. Как только проверю все гипотезы на данном аппарате и не увижу положительных сдвигов, попробую изготовить модель уже совсем с другими габаритами. Думаю, будет барабан с семью, скорее всего, рядами отверстий, и отверстия должны будут быть смещены. Я думаю, это очень важный момент, который я опять же упустил. Ну и габариты магнитов будут, наверное, уже 20 миллиметров. А если у вас вдруг есть такие магниты, и они пока вам особо не нужны, напишите мне на почту, она вот здесь где-то появится. С удовольствием возьму в пользование эти магниты. Кстати, обратите внимание, что у меня ряд отверстий пустые. Это потому, что я часть магнитов развернул обратным полюсом, вставил как раз для баланса всей системы. И это тоже позволяет нам воздействовать как на ротор, так и на статор, вращая магниты с одинаковыми полюсами ротора и статора, так и поворачивая их разными полюсами. Это тоже интересный эффект дает, когда начинает притягиваться. Если вам понравилась идея, вы находите ее жизнеспособной или в целом вам нравится подобная работа, подписывайтесь на канал ну и прожимайте лайки. Также я хотел напомнить вам про рубрику «Шаг новаторов», в которой мы с вами знакомимся с интересными изобретателями и новаторами, с теми, кто тратит свое время, силы и деньги на то, чтобы создать что-то новое, что-то прекрасное. А там сверху появится ссылочка на интересное изобретение Катамаран Рей, где инженер смог построить действительно уникальное плавсредство. Ну и мирного неба над головой. Спасибо за просмотр. Пока-пока.